За 7 месяцев текущего года в Бурятии официально зарегистрировано почти 2500 бытовых пожаров. Цифра несколько ниже прошлогодних показателей. Однако с началом отопительного сезона в частном секторе возможен всплеск происшествий, связанных с огнем. Между тем, как показывает анализ возгораний, причина, как правило, одна. Неосторожное обращение с огнем. Здесь у нас количество погибших, грубо говоря, большое количество. Основное, как бы, причина является состояние алкогольного опьянения. Люди находятся, то есть состояние опьянения, курят в постели, из-за этого получается у нас большая смертность среди, ну, как бы сказать, очагов пожара. В прошлом году у нас количество погибших было больше, сейчас в этом году меньше. Здесь как бы проводится профилактическая работа. Специалисты призывают людей проверить электропроводку, печи и дымоходы. Также в первые осенние месяцы необходимо провести уборку на своей территории и очистить участки от травы.